Всем привет! Вы снова на канале OMZAP. Меня зовут Александр. Мы находимся на нашей технической станции на теплом стане. Человек к нам приехал, жалуясь на непонятные, еле слышимые стуки. То ли от навесного оборудования, то ли от самого двигателя. Начали искать. Были у него проблемы по навесному оборудованию, но, скинув ремень, стуки эти небольшие остались. Причем стуки еле-еле слышны. Мы их, на самом деле, здесь очень долго пытались услышать и распознать. В итоге клиент сам настоял снять поддон и посмотреть, что у него в поддоне, так как здесь установлен двигатель G4KE 2.4, который уже всем известен своими болячками, особенно владельцам этих автомобилей. Здесь еще стоит оригинальный масляный насос с баланс-валами. По итогу сняли поддон. В поддоне увидели мельчайшую стружку, золотистую, металлическую. Сняли масляный насос, добрались до третьего шатуна, сняли шейку, чтобы посмотреть, что же там со вкладышем, чтобы либо опровергнуть, либо подтвердить диагноз, что все-таки звук был от шатуна. Пойдем покажу. Двигатель снят, но, собственно, по итогу, вот у нас, сейчас давай поставлю, чтобы было лучше видно, вот у нас вкладыши шатуна. Как видно, они уже с такими значительными следами износа. То есть все напыление с них уже практически снято. Ну, на обратной стороне, если посмотреть, собственно, такая же картина. Это вот то, что мы сняли предварительно. Вот он у нас третий, до которого мы добрались в самом начале. И увидели вот такую картину. Клиент принял, в принципе, правильное решение, что ехать и эксплуатировать автомобиль дальше уже нельзя. Это просто опасно. Клиент принял решение заменить вкладыши, снять двигатель. Мы его даже полностью не разбирали, как видно. Сняли полуподдон для того, чтобы вытащить колено. Здесь один из редких случаев, когда вот человек успел поймать вот этот волшебный момент, когда вкладыши начали уже изнашиваться, но еще даже не задрали коленвал, потому что вот он у нас, он, коленвал. И, как видно, все шейки, они без задиров. Мы даже в полировку его сдавать не будем, просто поменяем вкладыши на новые и поставим это все обратно, это все будет работать. В процессе, соответственно, конечно же, он изъявил желание все-таки избавиться от своего родного масляного насоса и поставить от 2-литрового, от G4KD. Ну и так как пробег здесь все-таки уже 166 тысяч, одновременно замена цепочек ГРМ. Сделав эндоскопию, посмотрели, видимых вообще нареканий на поршневую у нас нет. Поэтому клиент, дабы сэкономить немножко денег, все-таки сказал, что он не хочет залезать в поршневую. Только устранить проблемы по вкладышам. И такой ремонт, на самом деле, ему обошелся, ну, намного дешевле, нежели бы, если он чуть-чуть бы затянул этот момент и провернул бы вкладыши. Пришлось бы уже, сумма на ремонт, скажем, была бы, наверное, раза в полтора, в два дороже. Здесь, если я правильно помню, с запчастями вместе, у него обошлось чуть более 100 тысяч рублей. Это на оригинальных запчастях. Буквально через несколько дней эта сумма могла бы вырасти раза в два. Один коленвал, насколько я помню, стоит сейчас более 60 тысяч. Отсюда делаем выводы, что если у вас в эксплуатации автомобиль с двигателем G4KE, пусть даже у вас небольшой пробег, 50-60 тысяч пробегов, может быть, даже меньше, не стоит ждать этого волшебного момента, когда двигатель преподнесет вам очень неприятный сюрприз. Лучше заранее сразу перевести его на насос от 2-литрового. Да, это стоит тоже не достаточно сейчас по нынешним деньгам дорого, но это в дальнейшем вам сэкономит в любом случае не одну сотню тысяч рублей. Кому интересно, как переделывается двигатель с КЕ на КД, вот здесь по ссылочке можно будет посмотреть на нашем канале. Там это видео есть довольно-таки подробно с рассказом про оба насоса, то есть про насос КЕ, про насос КД и, соответственно, про полный комплект для переделки. Все это там есть. На этом наш обзор на сегодня закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и ждите выпуска новых роликов. Всем счастливо!